Всем привет! Сегодня мы снимаем One Day в скейт-парке Леонозово. Позже наш райдер к нам присоединится, и мы уже будем на второй локации, это Алтуфьевский скейт-парк. Короче, вот и приехали мы на вторую локацию, и тут я увидел парня с рулем сейф, поэтому сейчас хочу подойти и узнать, какая что-нибудь о руле. Как четкий руль, очень удобный и крепкий достаточно. Сколько ты уже на нем катаешься? Ну, он у меня 4 дня, но до этого на нем катались больше месяца. А, ты уже уход взял? Да. Выгодный обмен. Я рад, что тебе нравится. Все, давай, катайся. Продвигайся и не падай. Вот мы встретили Пашку, поэтому сейчас будем продолжать снимать наш One Day. Погнали. Погнали. Катаюсь 12 без перерыва. Время уже, наверное, часов 7-6. Вообще не хватает сил. Надо, я так понял, раскатываться и в следующий раз снимать именно сразу этот трюк, потому что это реально очень трудно увести на таком самокате. Этот день уже подошел к концу. Мы все устали, катались очень рано. Я опять не добрал оба бар на Брайан Вип, но в этом году я обещаю, что я доберу на этом корыте. Этот трюк, вы его увидите, это будет жестко. Вот. Фух. Я тоже хочу сказать. Слово Павлу? Да. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Ну и, как всегда, на наш инстаграм. Всем до скорых. Спасибо, что вас нас смотрите. Пока.